Здорово, ребят, с вами Алексей. Мы снова продолжаем проходить Fable. Ну что ж, в общем, в прошлой серии Валет Мечей скончался. Что у нас теперь? Пойдем поговорим с наставником. Да, кстати, я установил себе озвучку. Спасибо кому там спасибо-то, я не знаю. Короче, тем, кто комментировал, тем, кто оставил ссылку на скачивание. Спасибо. И говори с пророками. Озвучка из оригинального Фейбла. Пророки старого королевства томятся за этими вратами, самыми древними из всех врат. Они сторожат сердце огня. Так, субтитры маленько другие, не то что они вообще говорят, по идее. Сердце – мощный артефакт, служивший для призыва кораблей, давно уже сгинувших в морской пучине. А раньше с помощью сердца жители королевства могли достичь любого из концов света. Его законное место в маяке на Крючьем берегу. Если ты вернешь его туда, оно сможет призвать судно, которое отвезет тебя к северным пустошам. Да, одновременно слушать и перечитывать текст – это совсем не то, потому что они маленько разные. Так, я тебя как бы прослушал немного. О чем ты говорил? Пророки старого королевства сердце – мощный артефакт, служивший для призыва кораблей. Его законное место в маяке на Крючьем берегу. Если ты вернешь его туда, оно сможет призвать судно, которое отвезет тебя к северным... Так, мне нужно в маяк, да? В эту самую дверь. Нам конец, задним мозгом чую. Ты принес маску Джека из тени. Пророки предсказали приход столь легендарного героя. Появление призывающих в северных пустошах знак новой угрозы, зависшей над всем живым. Что-то совсем прям другое все. Прям то, что текст, это вообще не то. Ты будешь говорить с пророками, что стерегут его. Ага. Ты можешь войти, но бойся огненного сердца. Многих оно сожгло. Понятно. Какое сердце вообще, я не понимаю. То есть у меня, по идее, какое-то сердце было? Вот у меня с собой что имеется? А сюжетное? Показано вообще, нет? У меня, по идее, эти самые были. То есть я взял маску Валета Мечей, а я ее не использую. Ну, потому что, видимо, не нужно. Так, у меня вот по этим... Что прокачано? Магическая сила. Мультиудар. Кулак воли. Так, больше всего, разумеется, здоровье. Ну а что, по идее, отправляемся, все. Мы пророки огненного сердца. Судьба привела тебя к нам, герой. Зверь восстает на севере. Остановит его лишь тот, кто добудет сердце. Угу. Его тайная сила поведет тебя через море. Там ты столкнешься с таким злом, что даже смерть не идет с ним ни в какое сравнение. Да елки же палки, скажи ему просто, чтобы нас выпустил. Да-да, ага. Я как раз к этому подхожу. Чтобы получить огненное сердце, тебе надо решить загадку дня и ночи. И тогда мы получим свободу. И после? Взгляни вот на эту доску. Всякий раз, когда все луны будут обращаться в солнце, один из нас будет получать свободу. Но заполни доску лунами, и один из нас умрет. Тогда тебе не получить огненное сердце. Что? Ты сказал, что он его получит, даже если все мы погибнем. Я слышал. Тихо ты, недоумок. Ага. Смотри, все очень просто. Решаешь головоломку, получаешь сердце, а мы свободу. И все довольны. Идет? Ну, в принципе, чтобы освободить пророка, переверни все плитки солнцем вверх. Чтобы убить пророка, переверни луной вверх. Заверши все 5 раундов, чтобы взять огненное сердце. Так, нужно, чтобы плитки были все солнечные. Так, пройдя по ним, да? Окей. А если все квадраты перевернутся стороной Луны вверх, а пророк умрет, а загадка будет решена?
Огненное сердце бьется, выбрасывая при этом пламя. Если ты не решишь задачу для истечения отведенного времени, то сгоришь. Ты хорошо начал. Бляха. Вот это было зря сейчас. А он неплох. Ну, в принципе, ребят, это... Спасибо, герой. Береги сердце. Это просто мега сложно. Просто ужасно сложно. Туда и обратно. Туда и обратно сделать. А вот здесь маленько посложнее уже. Так. Здесь маленько посложнее будет, да. Однако. Солнышко, солнышко. Солнышко, солнышко. Так. Время кончается. Так. Давай. И вот так. О, что случилось? Свет такой красивый. Я здесь, матушка. Ну все, я вас освобождаю, не убиваю уже. Правильно, продолжай. Так. Как-то вот так, да? Сейчас успею, сейчас успею. Так, так, так. Все. Ты тоже свободен. Что съело вечное заточение? Так, надеюсь, все они нормальные. Я не совершаю ошибку, что выпускаю их на волю. Ах, как благородно. Да не говори. Это мега сложно. Я думал, загадка будет посложнее, серьезно. Так, пророки почти все готовы уже. Вот так, солнце. Теперь продолжай. Так. Ой-ё. Вот тут печально все. Вот тут я ничего не мог поделать. Оу. Сначала, да? Или нет? Вот так, солнце. Теперь продолжай. Я понимаю суть, но... Эй, поторопись, а? Давай, 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 давай. Давай, я успел. Эй, последние секунды. Злодей. Надо будет тебе открытку прислать. Давай, пришли. Вот в конце я уже маленько поднапрёкся. Это не сложно ни капельки, по идее. Ну что ж, сердечко, ты ко мне? Если это вообще сердечко. Короче, я, по идее, мог и проиграть, и выиграть, и при этом я все равно получил боги на сердце. Сердечко имеется, все. Ты добыл огненное сердце. Прекрасно. Я знал, что ты справишься. Бьюсь об заклад. Пророки тоже не дураки пошутить. Тебе всегда достается самое веселое. Ну да. Типа а того. Я тут занялась изучением этих самых призывающих и начинаю думать, что выбрасывать меч вечности была не самая лучшая идея. А если бы я не выбросил его? Хотя теперь уже ничего не поделаешь. Может и нет. Но у меня был выбор. Это всего лишь легенда, но сотни лет ходят слухи о том, что где-то в гильдии спрятано мощное оружие, в котором заключена сила всех героев, упокоенных здесь.
Правда, в последнее время никто этим не интересовался, кроме Мейза. Он-то был одержим поисками. И мы теперь знаем, почему. Осмотри его башню. Может быть, выяснишь что-нибудь? Но не забудь, обязательно нужно поместить огненное сердце в маяк на Крючьем берегу. Оно призовет корабль. Это я не забыл уж. Ждет тебя в северной пустоши. Удачи. Новая локация. Северные пустоши. Так, сердечко у меня есть. А потом пойдем на маяк, но прежде мы пойдем сходим. Так, лента огненного сердца. А, всего помаленечку. Совсем помаленечку причем. Так, в гильдии. Чё он там говорил? Чё? Ты получил новое задание. Да, чекнуть новое задание. Так, гильдия героев. Пойдем сходим. Так, спасибо комментатору Дмитрию, как обычно пишет мне постоянно. Описал, что вот в гильдии на башне находятся какие-то записи. Там будет показано, где находится мощное оружие. То ли это оружие, о котором они говорили, я не знаю точно. Так, какую башню? Ух ты. Блин, сейчас бы вспомнить еще где-то башню. То ли это башня, то ли какая-то еще башня. Чай везде... А, там, скорее всего, нет. Так, пойдем, поднимемся выше. Смысл не знаю. А, вряд ли он ведет к башне. Где-то же был путь в башню, а? Снизу. Мы туда поднимались, по идее, нет? В этой комнате, скорее всего, ничего нет. Ну, обычная комната и все. И вернулся туда, куда, откуда пришел. Нормально, чё. Так, а могу же я это самое сейчас маленечко улучшиться? Сколько у меня имеется? У меня, по идее, 44 тысячи. Я хотел бы улучшить себе здоровье, но вот как, если я не очень подзаработал себе еще. Так, телосложение, да? Хорошо, купим. Выносливость купим себе еще. Все. Я, скорее всего, пустой. Ну, маленько подкачался. Так, пойдем пробежимся. Что у нас здесь вообще есть? А, ты продаешь что-то, да? Нужна помощь? Что продаешь? Показывай. Так, всякие шапки, блин, да? Но как бы нет, не стоит. Послал меч обратно в преисподнюю. Так, блин, где же она была-то, а? Кажись, здесь. Хотя могу и ошибаться. Так, валет мечей, какая-то книжка. Первая запись на пяти напоминаний осли, очень сложная. История гильдии какая-то. Куча записей. Тут дальше я нифига не вижу. Окей, чё. Возможно, книжка найдется мне по сюжету, а не сейчас. Я ищу просто так. Хрен его знает. Короче, я не нашел. Не знаю, какая именно башня. Наверху в гильдии. Где? Так, не знаю. У меня куча денежек. Закупиться бы меч с чем-то. Только вот чем, зачем? У меня все есть. Ты должен поместить сердце. Да-да-да, точно. А может не поискать сейчас, а? Побегать, поискать здесь? Так, стоп, мне же кое-что... Ну я книжек взял, по идее, но а смысл? Как с ним быть-то? Данные. Так, данные. Тут, блин, журнал. Снаряжение, и тут, по идее, я, скорее всего, не найду. А вот, обычная стрижка, это мне все не нужно. А, внизу, да? История гильдии, это, скорее всего, не, мне ни о чем не говорит, тем более, что я это не могу использовать. Просто взял, просто как бы про себя прочитал, то, что там имеется. Вот это, видимо, и есть. Нет. Так, охота за головами.
Я не понимаю, а где находится сюжетное вообще? Спасение кого-то там убийцы, убийство торговцев, спасение торговцев и... Все это, оно не является, по идее, сюжетным. Ага, оно все одинаковое. Короче, мне нужно сделать ТП куда-то, получается. Какому-то маяку, что ли? Ой, не то. Не туда. Не в ту сторону. Так, ты говорил маньяк. Маньяк. Маяк. Так, скрюченное побережье. У маяка. Смотровая площадка. Там справа как раз что-то есть. Это вообще то или не то, а? Скрюченное побережье. Прям там. То, что нужно. О, герой, я ожидал тебя. Как видишь, жителей вывезли по приказу главы гильдии. Угу. Что-то серьезное, а? Да, не просто было так быстро всех отсюда повывести. Но на то мы и стража. И не в таких передрягах бывали, скажу я тебе. Хотя сейчас, наверное, не время для болтовни. Оставляю все на тебя. Удачи. Так. Отнести огненное сердце в маяк. Так, в принципе, наверное, не очень сложно. Он маячок. Большой такой. Длинный. Высокий. А там кто вообще живет? Там что? Тук-тук. Тук-тук. Не, так не стучаться. Там, видимо, никого нет. Не все дома. А точнее, никого. Так, потопали, потопали. На маяка под ней поднимался, я помню, дрался с тем самым. С Мейзом. Вот сюда. А я это все думал раньше. Что с ним делать? Я так поняла, что сердце у меня на месте. Чудно. Жди меня внизу. Окей. Корабль появится, как только энергия сердца достигнет максимума. И сколько ждать? Какого черта? А... Призывающий. Он пытается разрушить сердце. Мы должны его защитить. Призывающий? Колдун? Его надо остановить, пока он не разрушил сердце. Новый враг, короче, да? Пора за дело. Твари, не ух щадить. Ты. Так, не понял. А как с тобой быть? Нельзя, чтобы призывающий уничтожил сердце. Дай мне хп. Что-то он какой-то необычный, ага. Ой-ой-ой. Так. Как с тобой быть-то? Ой-ой-ой. Где все мои зелья? Пока набьется знание, сердце в безопасности. Так. Почти победили. А, нельзя, да? А если я сделаю так? Эту прокачаю еще. Не забуду, надеюсь. Офигенная вещь. Забываю про нее. Ой, ребята, мне требуются мечи посильнее. Оружие посильнее. То есть то, что я должен был найти... Ой, прям в сердце, да, сейчас? Собьют его. То, что мне требовалось найти в этом самом, я, по всей видимости, не понял, где это найти. Возможно, после этой миссии я успею потом сбегать еще. Сбегаю, посмотрим, возможно, я найду записи там и где-то еще его. Как мне писали, меч будет на кладбище. Меч или какое-то оружие, короче. Но в гильдии находятся какие-то записи об этом. Видимо, хреново искал. Потом еще поищем. Потому что с такими врагами драться уже с моим оружием не получается.
Совсем не то. Держи их подальше от огненного сердца. Огненное сердце в опасности. Короче, там вон пытаются кое-что сделать. А я должен как бы... Тварюги. Так, давайте-ка. Теперь, сейчас, подожди. Со всеми поговорим. Помаленьку. Так, теперь, давай. Да, пошустрее. Они медленные, но... Если ударят, то... Будет хреново. Все, победили. Да мешаются еще здесь. Встать мне не дает даже. Где он? А, вон там, да? Окей. Давай-ка. Давай. Бей, пока можешь. Так. Не могу. Тоже не могу. Вот теперь можно. Да что ты будешь делать? Заколебали уже. Вас еще не хватало. Дай мне встать, а? Вы все меня заколебали уже. А что, все исчезли? Типа все, она набрала полную мощность? Или как? Или я не успел? Нет, вроде бы получается, как бы успел. Прямо как в «Пиратах Карибского моря». Когда ты достигнешь северных пустошей, твой амулет активирует местные телепорты. Третья часть, бы мог это проделать, если бы не избавился почему-то вспомнилось. Еще до прибытия. Видать, не хотел, чтобы Мэйс пронюхал о его планах. Что ж, 7 футов под килем. Когда встретимся снова, может, поиграем в снежки? Может. Ну что, все? Корабль добыли. Странный безмолвный корабль. Отправляемся. На безбрежную зыбь. День за днем резал он волны, следуя своему курсу неумолимо, как и положено призраку. Пробил час, и ледяные пики прорезали дымку, окутывавшую горизонт. То были берега затерянной бухты, за которыми простирались северные пустоши. Так. Все, готово. Так, я получил карту утопленников. Нет, карту до затерянной бухты. Как обычно, копеечки еще получил за это, за все. Lost by... Видимо, последняя бухта, да, получается, что ли? Хотя какая последняя? Последняя это last, а это lost, типа... Потерянная, выжившая там, да? Типа того. Очень долго загружается, между прочим. Я уже паузу ставил до этого. Минута прошла. Наверное. Ну, типа, подгружалась новая локация, я думаю. Но ведь новая. С прибытием в северные пустоши! Я уже боялся, что ты потерялся. Меня зовут Жнец. Хотя стараниями Мейза давно забыто. Имя это... Судя по твоему лицу, ты мертвец. Прошу прощения, что не встречаю тебя лично. Я должен оставаться в этой деревне, дабы защитить ее от призывающих. Ужасны твари сии, но весь их ужас не более чем тень той великой силы, что пробудилась в этих краях. Встретимся на севере, в Белогорье. Там я поведаю тебе все. Затем мы обратимся к древнему оракулу этого места. Молю богов,
Чтобы нам удалось его пробудить, он один способен нам помочь. В общем, мы пробуждаем одного, чтобы победить другого пробужденного. Что, снова получается, я как бы прибыл, и у меня задание... Алтари заработали? Отлично. Я поболтаю со жнецом, а потом осмотрюсь тут. Еще увидимся. Какие алтари? О чем речь? Может быть, в этом месте есть телепорт, а нет? Так, погуляю-ка я здесь маленько. Может, телепорт найду? Чтобы потом постоянно не бегать. Вот, нашел. Так, все есть. Прямо отсюда в гильдию героев. Надо закупиться зельями будет сейчас. Конкретно причем. Так. Так. Жнец ждет тебя в Белогорье. Да, точно. Жнец ждет меня. В этом месте, по идее, почему-то... нет заданий. Там все побочные. А все, что мне нужно, оно уже, по идее, есть. Заранее. Но при этом там, в том месте, ничего показано не было. Дорога мне не указывалась. Чтобы я шел там это самое и... находил. Короче, вы поняли. Так, сейчас я маленько погуляю, закуплюсь зельями и поищу то самое. Так, это мне все не нужно. Нужны зелья. Слеза Эйва. Так называется меч, который я нашел. Это, видимо, были те самые могилы, оказывается. То есть я сбегал наверх, я набрал каких-то книжек, получается, и, в принципе, чё. Тут были подсвеченные могилки, я просто кликнул и... Это они и были, получается? То есть тот самый меч, те самые могилы. Слеза Эйва, меч. Дамы и господа. Тот самый меч. Так, слеза Эйва. Плюс 95. Модификатор маны, модификатор опыта. Текущая цена 126 тысяч. Так, надеюсь, не подведет меня он. Что это будет нечто? Так. Зелий у меня вообще сколько есть? Зелий у меня почти не осталось вообще. Да и вообще не осталось некоторых. А то есть... Здоровье. В этом месте я зелий не могу найти. Никто их, по идее, не продает мне здесь. Только бармен там продают только либо... Вот ты, лавочник, продаешь чё? Ты продаешь доспехи. Не только доспехи, оказывается. Купить максимум. Эликсир воли. Купить 50. Чтоб заранее все было у меня. И воскрешение еще, давай мне. Да, давай. Вы пришли по адресу. Не сомневаюсь. Так. Дай мне, знаешь, вот эликсир воскрешения. Да, купить максимум. Они, по идее, дорогие, но мне хватит. Ну и в принципе все. ТПФ тоже место у меня есть, но, возможно, мне нужно в другое место. Так, это опять не то. Я путаю эти места. Хотя стоп. Если я прокачаю эту самую... Так. Стена огня? Нет. Чё я прокачивал? Ярость богов и все это остальное требует дохренища, оказывается. Мои 8000 не стоят ничегошеньки вообще. Никуда не годно. Чё-то завис там. Так. Кладбище нежити. Затерянная бухта? Окей. Затерянная бухта, значит, в этом месте у меня как раз таки мега-миссия. А куда именно идти, мне не показывается. То есть, где хочешь, там и ищи. Может, подняться выше нужно?
Иных путей я не вижу. Да, точно. Какая-то льдина. Это, видимо, страшного места. Тоже великанчик. У меня есть хороший меч. Ой, ой, ой. Ты что, издеваешься, что ли? Он издевается надо мной. Меч возьми. Так. Так, давай-ка. Как тебе такое? Мы продолжаем с тобой драться. О, ХП я почти снес. Не попался. Как ни странно. Получилось отойти. Вернуться. Я, по идее, недалеко ушел, но тем не менее хватило. Так, так, так. Вот меч легкий, быстрый очень. Бьешь его шустро и вообще прям в легкую. А там молоток был двуручный, между прочим. Вот с ним было печально. Я, по идее, мог тебя и без времени убить, но... Так быстрее будет. Ну, падай уж давай. Все. Только меня маленько сбил. Так, денежки, денежки. Бриллиант получил с него. Дорогостоящий, и не иначе. Меч еще подсвечивается. Блин, вещь. Северное предгорье. Все новые и новые места. И там куча врагов вижу. Сейчас испытаем меч на обычных. Блин, там молоток был у меня раньше двуручный. Весь по идее он был... ну, короче, он был не сказать, что намного слабее. Прям совсем-совсем. Но все-таки слабее. Тем более, что он был двуручный. Этот меч быстрее будет и посильнее намного. Ой, ребята. А, ребята. Я вот что думаю. Вас много, по идее, поэтому сделаем вот так. Вы все живые, конечно. Кто бы сомневался. После этого вручную. Мощная вещь, по идее. Мне нравится очень. Потом это самое. Как можно больше ее прокачаю. Когда можно будет. Теперь меч синий стал у меня. А чё вы не это самое, не исчезаете? Выглядит он, конечно, вообще прям ничего. Совсем ничего. Очень круто. В общем, нашел, короче, меч. Все у меня хорошее есть. В бою мне сложно особо не будет, я думаю. Так, что у нас здесь? Так, модификатор здоровья. Ну, по идее, у меня на мече уже есть модификаторы. Возможно, можно еще поставить. Скорее всего, нет. Живые еще твари. Толстоваты. Меч-то, по идее, не слабый, они, видимо, тоже. Не из простого теста. Тебе все уже. Тоже. Так. Так, кружковым ходить на место, я думаю, не стоит. Там ничего полезного особо я не найду, я думаю. Разве что сундуки, да, вот только, я думаю, не стоит. Ради этого обходить кругом это место. Тратить свое время. Святилище Архонта. Ну вот, по идее, пришли. Сейчас я чекну это место. Что потом мог ты сделать. Чё у нас? А, там тупичок. Это место, конечно, я не обойду напрямик, да? Не срежу. Так делать нельзя. Так, а, сто... А, чё здесь?
Вот, тут я, по идее, как типа срезаю, но... Нет. Так, знаете, что я думаю? Что я думаю? Не-не-не-не-не. Где... Где... Как он называется? Удочка? Где моя удочка, интересно, а? Как мне ловить все то, что я нахожу... Не, то, что я предполагаю найти в воде? Как? Где удочка моя? Так, окей, у меня, видимо, больше нету, или она пропала. Это место неспроста, там что-то есть, я уверен. Ну окей, идем дальше. По сюжету. И походу мы прибыли уже. Почти. Вот ты где! Ну как прошел круиз? Какой круиз, а? Переплытишь, что ли? Больше по душе телепортация. Мне тоже. Хорошо, я сделал ТП. Активировал местные телепорты. Я тут побегала и отыскала вон те камни. По-моему, их стоит изучить. Руны, видишь? Я возвращаюсь в гильдию, попробую их перевести. А ты ступай в Белогорье и поговори со жнецом. Он ждет тебя. Пока. Снежные пики, это получается у нас Белогорье, да? Так. Руны, говоришь, я не понимаю, что ты вообще переводишь и какие руны имеются в виду? Эти круги, что ли? Возле статуи. По центру. Так, окей. Ну все, деревня Снежные пики. Точно не по рельсам. Какая-то ачивка, типа. А вот и он. Что-то с ним не то. Добро пожаловать в Белогорье. Пойдем прогуляемся. Как добрался? С его лицом. Что-то не так. Призывающие достигли Крючьего берега. Значит, времени осталось совсем мало. Мне нужно многое тебе рассказать. Я прибыл сюда много лет назад, когда гильдия сочла, что Джек из тени... в поисках меча, может обратиться к Белогорскому оракулу. Теперь мудрость понадобилась нам самим. Чтобы обратиться к оракулу, нам понадобятся вопросительные знаки. В правлении Архона четверо магов... У него нет губов. ...некрополе, обиталище призраков. Я сообщу стражникам некрополя, чтоб тебя пропустили. Ага. Так... Ты уже сообщил, потому что я собрался идти, но мне почему-то указывают идти назад. Все, поговорили с тобой, мы уже, да? Жители Белогорья никуда не пойдут до тех пор, пока кругом разгуливают призывающие. Они считают, что бронзовые врата у святилища Архона вот-вот распахнутся, и настанет конец света. А зачем им вообще покидать город? Почему им тут не живется? И что вообще с тобой такое, а? С твоим лицом и... С твоими губами, которых нет. Так, город, город, город. В городе должно быть местечко, где... Это все потому, что у меня кнопки слипаются. Нажимаю на беготню, и он бьет кулаками. То есть левая кнопка мыши. Это, походу, обычные дома, да? Короче, в этом месте пока что обычные жители, где именно магазинчики и типа того, я не знаю. Но у меня там мигает вон. Пойдем туда. На выход. ТП еще есть, по идее. Все. Чекнул. А почему мне нужно топать обратно, я не знаю. Но мне указывается обратная дорога. Окей, пойдем, давайте мы уже в следующей серии, я пока закончу. В следующей мы уже, думаю, сделаем, что нужно, потому что пока я не могу. Времени больше не хватает, я об этом, наверное, часто говорю, но так оно и есть. В общем, ребята, спасибо за просмотр, спасибо, что были со мной. Постараюсь выкладывать чаще, снимать чаще, но вот так получается, что не все вовремя, не все по расписанию. В общем, до встречи, еще увидимся. Yeah. Yeah.
lot of trouble always finds me. Don't make me heavy in the trauma center with your mama crying, cause the only son is dying. She don't know it's just to call me, get your name.